Всем хой, с вами Enjoy, и это 142-й выпуск Enjoy Chart. Не удивляйтесь такому фону красивому, я решил не менять и не снимать просто на цветной стенке. И после того, как я снял финальный выпуск по первой фабрике звезд на этом фоне красивом, немножко его поменял и решил Enjoy Chart выпустить на таком красивом фоне, тем более, что у нас праздники приближаются, хочется немножко настроения, как говорится. Но мы переходим к Enjoy Chart'у. И точнее к аутсайдерам, их ни много ни мало 11, и многие вылетевшие меня удивили, и ветеранский статус на этой неделе, то есть больше 10 недель она пробыла в чарте, заработала, ну и вылетела с него, заработала у нас Dua Lipa с ее саундтреком к нашумевшему летнему хиту о Барби. Но не стоит расстраиваться, Dua Lipa у нас сделала такую рокировочку, давно такого не было, она появится у нас в чарте с новой своей песней. Ну а пока провожаем всех 11 аутсайдеров этого чарта. До завтра, пока. Курю тупо, тужу об твое сердце, да ладно, отдавлю спонсор твоих. И вновь пирожком дарит всем свою любовь, все понятно и без слов, да что. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco. Primero llego Verstappen, después. В крайней десятке у нас всего 3 новинки и один камбэк, какой узнаете попозже. Что касается новинок, то это упомянутая выше Dua Lipa с ее новой песней, которая сделала рокировку ее старого хита из фильма Барби, точнее саундтрека к фильму Барби. Ну и русскоязычную эстраду, что меня удивило, представляет на этот раз нашумевший и скандальный блогер, как я помню, Литвин, песни под названием «Жиши», причем это «Жи» через «И» написано, видимо, такая ирония или что. В общем, такая вот у нас новинка от блогера. Ну а спасли на этот раз вы снова и уже в крайний раз, точнее, да не в крайний, а в последний раз Марии Крамбери с песней «Мне так повезло». Ну не хотите вы, видимо, в декабре, в ноябре отпускать еще лето. И, собственно, Мари Крамбери и открывает наш чарт. Жить в этом лете не слушать, но зло. Башир вышел из Рашид. Oh shit, я не Яшину это вытащил. Я могу взрывать. Ушла в никуда, нас нет. Душа без следа, нас нет. Вот уж беда. Just me and my guitar. I got my dreams and go to somewhere far from home. I'm gonna... I love you like that. Everything you do just turns me on. I love you. Make me sweat. Make me harder. Make me lose. Enséñame los dientes, dientes, dientes. Enséñame los dientes, dientes, dientes. Четвертой десятки еще больше камбэков. Во-первых, снова вернулась группа Добро с их проникновенным треком «О маме». Ну и вылетев на прошлой неделе, на этой снова вернулся дуэт «Нилетто» и «Soul Out» с песней «Тай». Также две новинки имеются в четвертой десятке. Это Ольга Игоревна Бузова с ее песней «Позови» и клипом, продолжением предыдущего клипа, как я понял. 6 минут аж длится это творение, по крайней мере, так его Бузова сама называет. Ну и вторая новинка – это дуэт года. Шучу, конечно, неожиданный дуэт года. Такой номинации у нас нет, но я бы назвал так. Это группа «Руки вверх», которая любит со всеми коллаборации делать. На этот раз это Любовь Успенская с песней «Безответно». Ну а попали они не в наш чарт, потому что заняли первое место в золотом граммофоне. Ну и есть также в четвертой десятке и падение, оно единственное на этой неделе,
падение недели. Это Мэри Гу. Она теперь предлагает нам обожать ее именно отсюда. Безответно вы ждали ночами такого. Знаешь, мам, у меня есть план. Я хочу вас... Give you everything and you can skate like this. But I think I gotta take that risk, cause I... Не обижай меня, обожай. Руки как лёд, губы пожар. Не обижай меня, обожай. Более спокойная ситуация сложилась в третьей десятке. Тут у нас всего лишь одна новинка от братьев Гаязовых с песней «Нужна перезагрузка». Кстати, они выпустили клип с ожидаемой тематикой в стиле «Матрицы». А, неплохая песня, и надеюсь, у нее будет хорошая судьба в нашем чарте. По крайней мере, припев точно заедает в голове. Ну а вторая новинка, а точнее последняя уже на этот раз в этом выпуске, камбэк от Риты Ора и Fatboy Slim. Вот уж не ожидал, что этот дуэт снова появится в нашем чарте. Переходим к топ-20, а точнее к ее второй половине. И тут у нас последняя даже новинка на этот выпуск от Джека Хэрлоу. Он довольно высоко забрался в нашем чарте, а все потому, что он забрался и во многих других чартах очень высоко, хотя нигде не занял первого места. И можно сказать, что во второй десятке больше ничего такого интересного, разве что рокировки. Очень многие песни, некоторые песни довольно с высоких мест повылетали с топ-десятки и оказались во второй части топ-20. И все потому, что у нас есть песни, которые начали покорять и пытаться покорить первые места нашего чарта. Но самое обидное лично для меня, конечно, и для многих фанатов Димы Билана, стало его падение сразу с третьего места во вторую десятку. Почему так случилось, неизвестно, хотя, я думаю, известно. Это потому, что Дима Билан вдруг неожиданно исчез с первого места, прямо с первого места одного из чартов Муз-ТВ. То есть он занимал первое место и в следующем чарте сразу же оказался среди аутсайдеров, то есть вылетел из чарта. Почитав комментарии, я понял, что многие остались недовольны таким странным поведением песни Димы Билана в чартах Муз-ТВ. В общем, давайте смотреть вторую десятку нашего чарта. Get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lie on the brakes. Она к успеху шла, опять ей на тебя плевать. После битвы по сердцу пишу роман. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Я плачу, если хочет чупа-чуп. Нужные деньги намучу, она сушит. Нами случилась осень. Знаешь, мы походу теперь никогда не бросим. Standing next to you, standing in the fire next to you. Baby, with your loving on me.
I'll choke you, but I ain't no killer, baby. Топ-10 еще все гораздо спокойнее, хотя и интересно. Во-первых, тут у нас взлет недели от Зиверт с ее песней «Бери и беги» сразу ворвалась у нас в топ-10, поднявшись, по-моему, на 20 пунктов вверх. Кроме этого, укрепили свои позиции группа «5 утра» и группа «Моя Мишель», которая, видимо, как и в ее треке, решила нагнать нам ветра, меняющего направление. Какие еще изменения и кто у нас оказался на первом месте, в деталях узнаем прямо сейчас. Стой со мной, летай, ай-яй-яй-яй-яй, возьмем с собой. Осиной стас, impossible, сделаем я глотаре. Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги. Yeah, bitch, I said what I said, I'd rather be famous instead. Так, ну, девочка, в бежевом платьице. Давай сбежим, на тебя буду тратиться. Буду любить. Ветер меняет направление. Боюсь, что мальчик поплыл. Мальчик попал. А как он соединяется? Случайностей вообще не случайно. Что ж, теперь главная интрига, сумеет ли кто-то сместить мото до конца года. Выпусков осталось не так много, 3 или 4, я думаю, даже 2 или 3, скорее всего, будет выпуска Enjoy Chart'а, потому что финально это будут итоги года. В общем, хотите повлиять, голосуйте за лидера, но кроме традиционных голосований, у нас новая традиция, по крайней мере, до конца года, это голосование еще и за номинантов. Мы будем подводить с вами итоги в конце этого года, а он уже близко. И очередные, на этот раз я решил взять 4 номинации, потому что выпусков не так много, и думаю, надо успеть проголосовать за всех. Это певец и певица года, и также группа года, и коллаборация или дуэт года. Напоминаю, что это 4, получается, номинации, и каждая она удваивается, потому что русскоязычный дуэт, певица года, коллаб года и так далее. Ну и 4, соответственно, зарубежных номинаций по тем же категория. В общем, давайте смотреть, за кого будете голосовать на этот раз. Ну и напоминаю, не забывайте голосовать за наши традиционные голосовалки, за аутсайдера, кого вы хотите спасти из 4 композиций, ну и за лидеров. Вы, кстати, очень хорошо помогли, точнее, именно ваши голоса помогли Анне Асти в этом чарте удержаться хотя бы в топ-3 и не вылететь из него. Так что голосуйте, оставляйте комментарии, лайки, всем пока!